Ребята из Центра внешкольной работы совместно с общественным движением «Волонтеры Победы» ежегодно проводят эту акцию. В преддверии 9 мая они выходят на улицы города и раздают прохожим георгиевские ленты. Но Даша Гаврилова принимает в ней участие впервые. Девочка даже подготовила для вручения лент специальную речь. Если вы знаете, какой ценой нам досталась эта победа, если вы гордитесь своей страной, то сделайте георгиевскую ленточку с символом своей памяти. Анастасия принимает участие в акции уже не первый год. К празднованию Дня Победы девушка относится с особым трепетом. Даже знает историю появления георгиевской ленты. Георгиевская ленточка ведет свою историю от ленты к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца. Она имеет два цвета – черный и оранжевый, обозначающий дым и пламя. Является символом доблести и славы. Георгиевская лента – это не аксессуары, носить ее нужно правильно. Волонтеры советуют завязывать ленту тремя способами – петелькой, крест-накрест или бантом. Также существуют определенные правила и стандарты, куда можно прикреплять георгиевскую ленту. Их всего три. Ее можно прикрепить на лацкан одежды, на сумку или рюкзак, или на антенну автомобиля. Прикреплять ее на велосипеда, на коляске категорически запрещается. В этом году активисты раздадут более 7 тысяч лент. Акция «Георгиевская лента» пройдет 5, 6, 7 и 8 мая с 17 часов около здания Клуба здоровья и Ледового дворца. А 9 мая горожан ждет насыщенная праздничная программа. С 9 утра на площади Ленина пройдет парад, торжественный митинг, шествие бессмертного полка. В парке Зернова развлекательная программа начнется в 14 часов. А в 22:30 на мосту по улице Строитель Захарова всех ждет праздничный фейерверк. Мария Рунич, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24.